В рамках рабочего визита в Сарпинский район Батухасиков проинспектировал ход капитального ремонта Уманцевской средней школы имени Надеева. Напомню, реновация образовательного учреждения проходит в рамках реализации государственной программы развития образования, а окончание строительных работ запланировано на август этого года. У вас сейчас есть все шансы для того, чтобы успешно завершить проект. Вы сами являетесь профессионалом. Я вас слышу, то есть слышу, что все запланировано, вы идете согласно графику. Но очень важно, чтобы именно 1 сентября мы эту школу сдали, чтобы не было никаких сбоев. Это один из главных факторов здесь, который нужно соблюсти, это наличие сотрудников-строителей. Если вы сейчас об этом серьезно позаботитесь, то у вас точно все получится. Работы идут полным ходом и соответствуют всем заявленным стандартам. Замена кровли и всех коммуникаций, пластиковые окна. В школе будет современный класс информатики и большой спортзал. Глава Калмыкии дал поручение по разработке плана новой спортивной площадки и осмотрел прилегающую для этого территорию.